17 по 20 октября 2013 года в Гостином дворе состоялся Международный форум рынка недвижимости и финансов «ТРЭФИ». Организатором мероприятия выступили Московская ассоциация риэлторов совместно с 29-й международной выставкой недвижимости «Домэкспо». Проведение Международного форума рынка недвижимости и финансов «ТРЭФИ» стало традицией. На этот раз лейтмотивом его работы является раскрытие конкурентных механизмов рынка недвижимости как основы эффективного развития отрасли. Участники форума, представители законодательной и исполнительной власти, руководители компаний-застройщиков, банков, страховых, риэлторских компаний и общественных организаций обсудили инвестиционные программы современного города, проблемы развития новых территорий и городского транспорта, инновационные методы планирования и создания городской среды, а также новые технологии рынка недвижимости и повышения конкурентоспособности его участников.